Дорогие друзья, хотим представить вам домашнюю пивоварню «Мистер Сладок». Домашняя пивоварня – это легкий способ приготовить пиво отличного качества у себя дома. Все части пивоварни помойте горячей водой и вытрите насухо полотенцем. Чистота оборудования при приготовлении пива очень важна. В противном случае в пиво могут попасть другие бактерии и испортить его. Для начала соберем вентиль. Прикрутите его к бочке, а с внутренней стороны закрепите гайкой. Обратите внимание, вентиль должен быть закрыт. Теперь мы можем приступить к приготовлению пива. Под крышкой пивного концентрата вы найдете инструкцию и упаковку с пивными дрожжами. Поставьте концентрат на 5 минут в горячую воду. Налейте около 2 литров воды в бочонок. Засыпьте солодовый сахар. Перемешайте все ложкой. Спустя 5-10 минут откройте концентрат. Налейте горячую воду в чистую емкость и добавьте концентрат. Размешайте концентрат с горячей водой. Налейте перемешанный концентрат в бочонок с водой и солодовым сахаром. Налейте воду до отметки на бочке 23 литра. На градуснике посмотрите температуру. В нашем случае она должна быть от 18 до 22 градусов. Наконец, засыпаем пивные дрожжи. Аккуратно, но крепко закройте крышкой бочку. В крышку вставьте бродильный шпунт. Наполните его водой по указанный уровень. Это также помешает внешним бактериям попасть в пиво. На этом наша работа закончена. Все остальное за нас сделают пивные дрожжи. Когда пиво будет готово, измерьте его плотность и сравните с таблицей, которая приложена к инструкции. Затем можете сливать пиво.